Всем привет. Всем привет. Я, кстати, не ездил на изогарке вообще ни разу. Я тоже. Да, Да. поехали. А Дима, а ты ездил на этой карте вообще? Прикольно это. Это хорошо. Там допов много. Одно лицо. А что, а ты синий не поставил, что ли? Или я на синем сижу? А, Ёлки-палки. да, мне тоже нету, да. Да ну ладно. Ты на желтом, давай я красным возьму. Верно, синим рванул бы. Давай, давай. Стартуем. Мне так напоминает наш дакаровский пак. Да, кстати. Так, ты на синем, Паш, да? Я на Паш, ты на синем синем. поеду, да. Ну и Ну этот, или я на правый. а я давай же этот елоу возьму. Вообще офигительный просто. Офигительный. Погоняйте. Где Я я не нет. брал? Я тоже не Я не брал. взял. А заправка тут есть еще? А, ну короче, доедем мы до нее, бензина хватит. Сейчас я запаску тоже возьму. Звук вообще шикарный, мне прям нравится. Понеслась. Ой-ой-ой, я уже дерево пойду. Завелся. Хорошо, что я колесо взял.
Но он меньше, он уже будет просто. Доверяешься. Да. Меньше, я не знаю, это будет. Вообще вот так вот друзьями погонять вообще прям классно. Да, да, да. Вообще не, все равно просто. Молодцы, быстро прям за один день всю модель перетряхнули. В горочку как тащит. Горочку вообще прям залетел просто. На автомате в легкую. Да. Меня прям радует вообще этот квадрик. Да, можно, ну, надо потестить, но его толком не тестили еще. Надо это все смотреть еще, как это будет все работать. Вот настроить, конечно, монету надо будет еще. Ей-ей-ей-ей. Я баучную кожу воткнул. О, попер, попер. А блин, обалденная штука вообще. Звук вообще суперский. Вот ты что он делает, обалдеть. Голову прожутит. Да, даст фору любому УАЗику. Ну вон в УАЗике, вон, видите, отдыхают. А что он? Катается. Завалил. Ай, все, я упал. Давай. Во-во-во-во, смотри, лезет, смотрите, катится, шеф, катится. Что творит? Да-да-да. На нем реально увлекательно прям ездить. А то это, кстати, камера от первого лица очень клево сделана.
прям трясет так, как будто в натуре за рулем едешь. Блин, звук вообще шикарен, я прям обалдею. Офигенно. Это прям что-то. Подъемник что-то этот как-то. Обалденная штука этот квадрик, конечно. Нифига ты там где лазишь уже. Опа. Не, вообще ползет. Да, достану ведь, думаю. Я не достаю нормально. Разогнался, я просто. Холостых это... так подгазовывают, прям вообще. Прям обалденно получается. Вот тут жесть что-то вообще. Грязюка. Вообще обалденный просто кнорик, прям бомба. Лезет он, конечно, вообще как сумасшедший. Ну, можно ему добавить. У него десятка, кстати, стоит. Не, я уже поотправил. Десятку ставим. Да. Балдеть, он лезет вообще, мне прям нравится вообще. Офигенно идет.
квадрик. Натуральный квадрик прям вообще. Угу. А, на, это УАЗики маленькие. Но. Да есть они есть еще здоровые. Там реально, блин, есть такие, которые УАЗик просто переедут. Я вообще балдею, блин. О, заправочка! Надо топливо подлить. А, еще и в колесе даже есть немного. Да, да, да. Вот камеру налил. Да, стряхивал я. С пистолета. Карта, да, неплохая, что как бы даже приглянулась. Для грузового, мне кажется, здесь как бы так слабовато. Ну да, на мастера, да. На раллинг-то можно, конечно. Ну да, мне кажется, больше на джипник, конечно, тоже. Ну, блин, им триала надо. Круче, еще больше, больше трамплина. Больше триала, горы всякие надо такие. Вообще классно было. Полазить день вообще по непролазной местности. Да. Потому что у него проходимость, она реально поражает, блин. Вообще, он прет как ненормально. Так, мы тут газетку выкручиваем потихоньку. Автомате, да, и вообще идет похуй, я даже ничего не подниму, ручку не дергаю, ничего. Сам прет, все спокойно, нормально. Грязи еще вторую просит даже. Четвертого надо, да, надо именно толпой, чтобы. Если левый, то много.
Да я сейчас вообще как бы с него слазить не собираюсь. Кстати, а надо попробовать найти Машту Витину. Идеальный транспорт для разведки карты, это просто вообще идеальный транспорт. Угу. Никакие не УАЗики, ничего там не сравнится. Что-то мы были тут стоп. Да, я сейчас еще поперек поставлю. А что если попробовать на это вот на той вот на старой трассе гонки? Да, там не прошли. Там она более разгонная такая. Трамплинов дофига. Ой-ой-ой. Да. А, Диман там поехал, блин. Где? Слева? Да. Я все равно успел пробить. Да. Нифига, нифига подобно. Это база лидерства. Ай-яй-яй, давай ползи. Диман там кощунит потихоньку, пока никто не видит. Вперед пролез, а? Ай, зря я там поехал. Финиш? Финишная прямая. Все накопили азот. Блин, в итоге последний пришел. Да я знаю. Ну да. Блин, ну класс вообще. Смотри, вообще бомба. Прям бомба. Я пойду по лесу полазю. Поехали со мной по лесу полазить. А, понял, понял. Ну-ка, удиви. На зеле вон даже синхронизашка есть. Точно. А что надо делать-то?
Я не знаю, Дима как-то на гараж, говорит, залезть. Не, ну а ты что делаешь, чтобы заехать туда? Ну-ка, подожди. Дай попробую. Меня выпусти там. Да по-любому можно. Что-то у меня такое. Меня сбил. Принимай, ребят. Прошу, я тебе предложение тоже кину. Ну, не знаю, тогда вот до этого восстановился на репетиции. Все, тебя уже никто не хочет брать. Так, все, кинул. Ой, блядь. А что, не понял? А ты не принял, что ли? Не понял. Вот. Отцеплено другим игроком. Ничего не понял. Да не, я подаю. Отцеплено игроком. Ты-то, может, что-то не то? Ё-моё. Отцеплено. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, утонулся.
Блин. Так, сейчас я залезу туда, я уже выработал технику. Всяких прицепов. Фига ты. Задним ходом, да? Можешь подпнуть кого-нибудь? Не, смотрите, баб. Палки-палки не получается. Пнуть тебе. Да. Я заскринил. Блин, Квадрик тема вообще, я прям балдею с него. Офигенный. А? Блин, упал. Чё тебе кинуть, Паш? Не-не-не. Ё-моё, почти получилось. Да. Я уже понял, как буду быстро. Да нафиг я поеду, лучше по лесу полазить, что я тут застрял. Поехали. Поехали лучше, полезу. По лесу будем полазить. Сейчас починю стоп. Ой-ё. Чё ты с нами делаешь? Поехали, Дима, с нами. Забей ты на этот гараж. О, поехали вам здесь. Там по беспределу сейчас. Надо первого открыть, а то он что-то был. Карту поперек переедем.
Блин. Нифига ты прилетел. Перевернул? Нет? А, я тебя не увидел, пардон. Я из-за куста вылетаю, а там ты. Ого, ты там ныряешь. Блин, этот квадрик, он просто требует триала. Ух ты, на пеньке меня прям развернуло. Блин, я сам карту сделал, это для него. Ой-ой-ой-ой, что-то оно... Отглох немного. Как бы нам ее вообще пересечь бы? Так вообще, поехали направо вообще. Ну да, это ж такое. Прям по жести. Ух ты! Ё-моё, фига мы прём. Тут левее, Рома, левее бери. Там помельче. Я что-то здесь погорячился, поехал. Ё-моё, нифига мы тут реки штурмуем. Обалдеть. А-а-а, не могу вылезти. Ну, я уже лебедку. Камни кругом, вообще жесть. Угу. Вот ты там проехал, да? Нифига себе. Yes, на лебедке. Пока на лебедке. Пофигу. Сам факт. Давай, 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 давай. Обалдеть. Квадрик бомба. Просто бомба вообще офигенная. Тих, куда попёр? Гореби. Камнем вообще, блин. Легкую просто. Да вообще обалдеть, как он по камням прет. Я тут на любой машине, блин, по камням ехать запаришься. Да. А этот лезет и лезет и лезет. И короткая база играет большую роль. Да, это точно. Мы почти переехали карту. Поперем. О, там сейчас болото начнется. Самое да, интересное. Да. Чё оно мне не заправляется, я не пойму. Не знаю.
Мне хуже не надо. Что, давай вот тут сразу, слева, за вагончиком. Давай, давай. Отборчику. Обалдеть, Диман, видел бы ты, где мы едем. Тут вообще по всяким маленьким-маленьким дырочкам пролазим. Да. Тут мелко. Ну, я попробовал, я повышайку не врубил. Наша главная задача проехать. Я, кстати, карты когда прохожу, точно так же кощуню. Даже на грузовиках и на джипах. Раз лебедку и через какой-нибудь бугор так вот переехал. Да мы тут недавно в карту играли, я там вообще что творил. Там вообще офигеть. Там все офигели. Так, а все, я уже на краю карты. Да ладно. Да. А, ты там еще. А я все, уже до дороги доехал. Нет, тут еще залазим. Да я, блин, я прикинь, без лебедки почти залез наверх, и что-то не хватило силы. Он скатился. Вон, я фары включил, видишь? Нет, пока. Я тут вылезти не могу никак. Где-то ты тут. Вот он я. Ой. Все деревья собрал, блин. Ой, я как-то проскочил прям вообще быстро. О, уже утро. Все, карта побеждена. Ну просто. А ты там, Дим, как? От гаража просто по прямой. Повышайку. Не, у меня так в автомате. Да ладно. Ага. А пятый шпарит. Блин, а мне не на третий что-то еле-еле. А, ну во, разогнался. Пофигу, грязь, не грязь прет. Не, квадро вообще темовский получился. Поехали до заправки, может, сейчас заправишься. Это последний? Во, Паша, ты не там поехал, смотри, где надо было. Блин, точно, там надо было ехать. Ладно, что теперь уже. О, подвесочка как хорошо отрабатывает. О, и я почти времени потерял. Повышенный залез. Ха-ха-ха.
Вот мы тут хардкорим, не шутим. Жесть вообще пошло. Что я в деревья все время врезаюсь. Ой, я, наверное, тут по трассе чесану пошу. Давай, смотреть давай. На него. Ты напрямки? Да, я напрямки сейчас попробую. Сейчас напрямки туда доеду. Обалдеть, он по любому лесу лезет, ему пофигу вообще. Везде пересядь так. На него, Дим, я скрин сделаю. Пересядь на него, я скрин сделаю. А да. Который, на котором забрался. Во! Гад, ты залез куда? Не-не-не, подожди. Во. Все. Угу. Сейчас я, ребят, приду. Ну да.
Красава. Значит, все-таки можно. Я тут по лесам шпарю. Надо ему весь мешок добавить по-любому вообще-то. Прям по-любому нужен. А это если что поправим, это не проблема. Нет, я объехал. Да? Так, а ты как поднимался? За дерево цеплялся, да? Я-то ничего не подогнал.
Газовать можно? Все, мерси, я тут. Паша, ты где? Я тут реки штурмую еще. Какие нафиг гаражи? Понятно. Погнали. Голубеньком. А, угу. Ё-моё, нифига тут река. Как я перееду, вообще не знаю. А что ты сделал? Я тебя не видел. А, я не вижу. Сейчас догоню. Наверное. А, вон, вижу, вижу. И не утонул, я тут продолжаю свое путешествие. Во. Слева что ли? Блин, квадрик вообще вещь мне прям нравится. Ты уже там, что ли, на том берегу? Да. Ё-моё, всё, я упал. Там Дима уже рядом. Просто обрыв. Не, всё, на колесо. Вон я тебя вижу, Дим.
Да, я уже и прилез. Да, вниз ехал и направо по ней. У нас эта карта маленькая, что сделать. Да. О, поехали вон там вообще, там прикольно. А вот тут пофигу. А, блин, тут дорога есть. Надо какую-нибудь грязную карту, короче, найти, хочу по грязи, наверное, полазить. Ты что там вешаешься на дерево, что, Дим? Полез. А я уехал. Обалдеть, как мы тут поедем? Как и по... Да, Рома поплыл. Кстати. Смотри, проехал. Офигеть, это вообще-то что? Да. Блин, перебор.
А ты что там, Паш? Я Димана жду, и не знаю, а он поехал там своим делом. А, он по кругу поехал. Ой, мы далеко где-то. Вот. В гору переехали, которая слева от тебя. От река мы переехали реку. И прям дальше. Что вот здесь, Ром, залезем, поедем. Тут. Залезем. Ну, с лебедкой, разумеется. Ну да. А я застрял. И я. Ладно, сдавай назад. Потому что мы там уже были. Да, ты его не вдали, пока он не загрузится. Давай, Паша с усами, веди меня. Ой, ё. Ой, какая тут жесть. Какая тут жесть. Прям прикольно по таким местам ездить. Надо мешок добавить в этот. Надо, блин. Если даже не будет, надо его будет найти. Да. Потому что он очень нужен. Да. Гена, как раз вот по лесу я вот лазил прям вот от первого лица, прям как надо. Чтобы объезжать все. Надо, знаешь, что выворот колеса маленько ему добавить. Да, в смысле, нормально. Скорость выворачивания. Ветки. Сложно объезжать деревья. Долго выворачивал. Прям чуть-чуть вот. Ну что, на квадрике быстро выворачивается? Это уже точно. Хотя бы чуть-чуть добавить, блин. Ладно, ребят, надо заканчивать, мне уже надо спать идти. Ну вот, уже на финише. Ну да. Не, на самом деле, так вот я просто лазил, когда вот... Да ты даже тоже по группам же пошел, смотришь, там много таких реальных трасс жестких. Да, уж прям ему такие надо.
Вот, и я что-то тоже про них задумался. Я обычно посмотрю, а там, ну, это самое надолго, типа, если возить что-то, а вот чисто кататься подойдет вполне. Блин, офигенная штука, да? Ну это да. Ждем тебя. Ну, видим, по-моему. Целая армия. Давай. О, вот пьедестал. Справа от нас, Паш. Ах, сейчас подожди, надо отогнать. Обязательно будет у меня. Всем пока. Все, всем удачки, давайте пока. Пока-пока. Всем пока.